приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юляна. Важное послание на сегодня от ангелов. Каждое мгновение. Сегодня, на заре этого дня, ангелы напоминают вам о важности осознанности и присутствии в каждом мгновении. Время бесценно, и каждая секунда жизни предоставляет новые возможности для роста и благодарности. Ангелы просят вас внимательно прислушаться к голосу вашего сердца, следовать пути, который ведет к истинной радости и выполнению миссии вашей души. Тайные знания о вашем пути часто приходят в моменты тишины и медитации, поэтому найдите время для уединения и внутренних размышлений. Аффирмация на день идет такая. Я открыта к направлению и защите высших сил. С каждым дыханием я наполняюсь светом, и с каждым шагом я следую пути своей души, ощущая любовь и поддержку Вселенной. Но сегодня мы с вами поговорим на такую тему – божественный портал середины лета. Что этот день нам принесет? Сегодня особенный день, который благословит всех своими дарами. С нумерологической точки зрения 7 июля – это седьмой день седьмого месяца. Великолепное совпадение, которое говорит о магическом характере этого портала, а также о том, как можно использовать сказочную энергию Вселенной для роста своего потенциала. Портал 0707. Это также мистический портал, дающий возможность проявить свои внутренние таланты. В этот день многие получают дары Вселенной, откровения, знакомства с новыми людьми. Все эти возможности помогут двигаться правильным для нас направлением жизни. Самые достойные могут получить небольшое божественное вмешательство. Так что следите за знаками и сообщениями, которые появятся на вашем пути в это время. Таким образом, 7 июля во Вселенной открывается портал, который приведет к самореализации, облегчит доступ к более высокому уровню сознания. Это портал света, проявляющий наш путь на этой планете. Этот портал также может стать пространством исцеления, помогая улучшить наши мысли, физическое состояние, очистить душу и отношения с другими людьми. В этот особенный день Земля движется на тонком уровне через волну большой трансформации. Духовно чувствительные, чистые сердцем люди ощутят этот портал сильнее, получат определенные переживания или запоминающиеся сны. После того, как мы пересечем энергии числа 7, ничто не останется прежним. Некоторые могут получить разъяснение или понять свою цель в жизни, увидеть себя с гораздо более широкой точки зрения, что принесет мир и душевное спокойствие. Возможно, мы всего лишь звездная пыль, но даже звездная пыль, несмотря на ее крошечный характер, творит чудеса во Вселенной. 7. Божественное и священное число. Число целостности и завершенности. Число, предполагающее просветление. Число целостности и единства между разумом, духом, телом и эмоциями. 7 – это то число, которое также говорит нам о творчестве, об нашей интуиции. Семерку также можно воспринимать как составное из 3 – троица, совершенство творчества и 4 – прагматизм, практичность. Поэтому это благоприятное число для равновесия нашей души, божественности, с телом, материальным миром. Многие также называют его числом Бога и творения, поскольку на седьмой день Бог закончил творить мир и отдыхал. Поскольку речь идет о портале 0707 и удвоении числа, энергия будет усилена. Солнце будет в Раке, знаки с материнской энергией. Поэтому в этот день является благоприятным днем для соединения с высшими энергиями. Он означает наше взросление, духовное воспитание, доступ к драгоценной информации из универсальной матрицы мира. Во время открытия этого портала, даже за несколько дней до его фактического открытия, нас ведет Вселенная. Она показывает различные знаки, которые могут устроить блокировки в нашей жизни и приблизить к выполнению высшей цели. У некоторых людей проявятся сокровенные желания. Важно освободиться от старых ограничивающих убеждений, удерживающих на месте, от цепи и токсичных циклов, в которых мы, возможно, постоянно участвовали. Нужно пригласить надежду и новизну в жизнь, попытаться приблизиться к цели, посмотреть на определенные проблемы или вещи под другим углом.
Открытие этого портала побуждает к большей гибкости, гораздо более глубокой связи не только с самим собой, но и со своей интуицией и божественностью. Поэтому молитва, исходящая от сердца, с чистыми намерениями, имеет шанс исполниться в этот день. А также сегодня идет зеркальная дата июля. Как привлечь свое счастье и загадать желание? Зеркальная дата всегда притягивает к себе повышенное внимание и ассоциируется с чем-то особенным и магическим. 07.07. В этот день можно задуматься о своих мечтах, поискать способ их осуществления. Как исполнить свою мечту? Считается, что нет ничего недосягаемого. Важно только захотеть и преодолеть 5 верных шагов к выполнению пунктов собственных планов. Первое. На шаг подойти к богатству всегда есть реальный шанс, если задуматься о своих целях, о своих мечтах. Нужно понять, чего хочется добиться, почему это важно в данный момент. Определение цели поможет сфокусироваться и дать направление своим действиям. Например, если в планах открыть свой бизнес, то нужно начать с составления этапов действия и изучения рынка. Второе. Получение богатства невозможно без постоянного обучения и развития. Чтение книг, участие в тренингах, семинарах помогут человеку развиваться как личность и профессионал. Это также даст возможность увидеть новые возможности и идеи для достижения желанных целей. Третье. Нахождение человека с богатым опытом или наставника. Человек, который уже достиг определенных высот, может помочь обойти ошибки и не расходовать время и усилия по пустякам. Наставник может поделиться своим опытом и дать советы по поводу того, как достичь успеха. Четвертое. Работа над своими навыками и качествами. Например, если хочется стать предприимчивым, то необходимо развивать такие качества, как уверенность в себе, настойчивость, трудолюбие, умение рисковать, не бояться трудностей и принимать решения. Нужно также учиться общаться с людьми и убеждать их в своих идеях. Пятое. Не бояться рисковать и пробовать новое. Успех не приходит к тем, кто боится меняться и смело идет вперед. Нужно не бояться, быть открытым к новым возможностям и готовиться к изменениям. Правильные действия в зеркальную дату 07.07 поможет приблизиться к своей цели, начать движение в нужном направлении. Главное не топтаться на одном месте, а продолжать трудиться над собой и своими мечтами. Но в чем секрет сегодняшней даты? Во-первых, сама по себе семерка – это цифра, обозначающая преодоление конфликтов, сложных ситуаций, практичность, успех, четкие планы и исполнение. Магия семерки позволяет привлечь в жизнь успех и удачу, потому как она наполняет человека позитивным настроем и желанием двигаться вперед. Во-вторых, на этот день июля приходится очень сильный энергетический день. Отмечается праздник Ивана Купала. И в-третьих, магия семерки считается символом, объединяющим материальный мир и духовный. В ней, когда в дате есть семерка, нужно особенно внимательно прислушаться к своему сердцу и голосу интуиции. Приметы и знаки судьбы будут встречаться буквально на каждом шагу. Стоит лишь быть внимательнее. Вселенная будет всеми силами подсказывать, как изменить свою жизнь в лучшую сторону. Рекомендуется сегодня загадать свое самое сокровенное желание. Можно сделать следующее. Написать на листочке свои пожелания, свои цели. Далее внизу поставить сегодняшнюю дату. Этот список нужно держать весь день при себе. Потом просто этот листок вечером сжигаем. Обязательно вечером произнесите вслух свое желание, и оно обязательно исполнится. А также сегодня делаем следующее. Так как это считается особенный день, то можно привлечь везение в свою жизнь. На любом окне рисуем цифру 0707. Далее, когда написали, нужно открыть окно и сказать такие слова. Окно своей судьбе открываю, везение в своем доме ожидаю. Волшебная семерка мне на пути помогает, все мои желания исполняет. Говорим один раз, этого достаточно. Оставляем так цифру до вечера, вечером стираем с благодарностью. И вот такой метод обязательно привлечет везение.